Поводом для визита делегации Ассоциации представительных органов муниципальных районов и городских округов при ЗАГС Собрании области стали грядущие изменения в принципах управления общественным транспортом. С 1 января будущего года муниципальные автобусы должны быть оснащены специальной аппаратурой для безналичного расчета. Транспорт должен быть обеспечен аппаратурой, которая позволяет в режиме онлайн отслеживать, где находится автобус. Это позволит, конечно же, усилить контроль, создать очень четкую систему графиков, которые должны выполняться. Потому что человеку комфортно, когда он не стоит на остановке и не думает, вот когда же этот автобус придет, а он видит на табло, что его автобус придет через 5 минут. Сегодня в области работает 37 транспортных компаний. Это более 3000 автобусов и маршруток. Однако по статистике более 70% автопарка изношено. При этом цены на пассажирские перевозки регулярно повышаются. Новые автоматизированные системы оплаты и контроля в общественном транспорте призваны решить эти и другие проблемы. Наша задача как раз вот использовать опыт уже апробированный для того, чтобы избежать ошибок и вот временного фактора в тех районах, где это будет проживаться, ну, может быть, труднее, чем, скажем, в областном центре или в каком-то крупном городе, как Саров. Ассоциация представительных органов муниципальных районов и городских округов при ЗАГС Собрании региона существует с 2002 года. Это постоянно действующий совещательный орган, призванный наладить взаимодействие законодательного собрания с органами местного самоуправления. Раз в квартал представители ассоциации с рабочим визитом посещают города и районы области. Сегодняшний вопрос нам, конечно, интересен, потому что Саров, Нижний Новгород – это пилотные проекты в плане умного города, цифровизации. Это как раз один из элементов цифровизация – один из элементов системы умного города. Представители ассоциации посмотрели, как в нашем городе работает система безналичной оплаты проезда. Переносные валидаторы существуют в системе муниципальных перевозок с прошлого года. А сегодня на всех рейсах Горавтотранса установлены стационарные аппараты. Оплатить проезд можно бесконтактной банковской или транспортной картой, а также с помощью системы мобильных платежей. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.